33-й раззарий Матери Марии. Первое послание к фессалоникийцам Святого Апостола Павла 1.1.2.11 Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь. Пламя действенно, пламя жизненно, пламя вечно. Я есть богопламел чистой любви и самого сердца Бога в великом центральном солнце, нисходящее от владыки жизни. Я есть заряженный невысшим богосознанием и солнечным ведением Гелюса и Весты, паломник на земле. Я есть мыдущий ежедневным путем победы вознесенных владык, что ведет к моей вечной свободе, силой священного огня ныне и навсегда — Постоянно проявляясь в моих мыслях, чувствах и непосредственном видении, превосходя и трансмутируя всеземные стихии в моих четырех нижних телах, и освобождая меня силы священного огня, от этих средоточий искаженных энергий в моем существе. Я есть освобожден ныне от всех оков, токами божественного пламени, самого священного огня, чье возносящее действие делает меня. Богом проявления, Богом действия, Богом по призванию, Богом в сознании. Я есть действенное пламя, я есть жизненное пламя, я есть вечное пламя. Я есть расширяющаяся огненная искра из великого центрального солнца, что ныне притягивает ко мне каждый луч, божественная энергия, в которой нуждаюсь, и которая никогда не может снова быть искажена ничем человеческим, и заливает меня светом и богоозарением тысяч солнц, чтобы навеки принять господство и править в совершенстве всюду, где я есть». Где я есть, там и Бог. Я остаюсь вовеки от Него неотделим, увеличивая свой свет, улыбка Его лучистости, полнота Его любви, всеведением Его мудрости и силы Его жизни вечной, которая автоматически поднимает меня на возносящих крыльях победы, возвращая меня в сердце Бога, откуда поистине я есть пришедший свершить Божью волю, и явить всем изобильную жизнь. Я есть, я есть, я есть, огненное дыхание Бога и сердце возлюбленных Альфа и Омеги. Сей день есть непорочное понятие, выраженное всюду, где я прохожу. Ныне есть полон радости, ибо ныне есть полное выражение божественной любви. Мое возлюбное из присутствия запечатай меня ныне в самом сердце распространяющегося огненного дыхания Бога. Пусть его чистота, целостность и любовь проявятся повсюду, где есть сегодня и вовек. И я принимаю это свершенным на не в полную силу. Я есть это совершенное на не в полную силу. Я есть, я есть, я есть, бугажись, выражающее совершенство всеми способами во все времена. То, что призываю для себя, я призываю для каждого мужчины, женщины и ребенка на нашей планете. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, я есмь. Я есмь, царствие Твое пришедшее, я есть воля Твоя исполненная, я есть на земле, как я есть на небесах. Я есть дающий сегодня хлеб насущный всем. Я есть прощающий все сущее сегодня, так же, как я есть все сущее прощающий меня. Я есть уводящий всех людей от искушения. Я есть избавляющий всех людей от всякого порочного состояния. Я есть царство. Я есть сила. И я есть слава Божья в вечном бессмертном проявлении. Все это я есть. Павел и Силуаны Тимофей церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви, терпения и упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в честь нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Зная избрание ваше, возлюбленное, Богом братья, Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, Ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью, потому что ваше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и в Ахае. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Очень наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, я есть, я есть, царствие Твое пришедшее, я есть, воля Твоя исполненная, я есть на земле, как я есть на небесах, я есть, дающий сегодня хлеб насущный всем, я есть, прощающий все сущее сегодня, так же, как я есть все сущее, прощающее меня. Я есть мы, всех людей от искушения. Я есть мы, избавляющий всех людей от всякого порочного состояния. Я есть му царство. Я есть сила. И я есть слава Божья в вечном бессмертном проявлении. Все это я есть Ибо от вас пронеслось слово Господне. Не только в Македонии и Хай но и во всяком месте прошла слава о вере в вашей Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сынобьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Но прежде, пострадавы, быв поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Богородица, Дева Радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плоть рева твоего Иисус, Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, Ныне в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши, Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, я есть я есть царствие Твое пришедшее, Я есть воля Твоя исполненная, Я есть на земле, как Я есть на небесах, Я есть дающий сегодня хлеб насущный всем, Я есть прощающий все сущее сегодня, так же, как Я есть все сущее прощающий меня. Я есть уводящий всех людей от искушения, Я есть избавляющий всех людей от всякого порочного состояния, я есть царство, я есть сила, и я есть слава Божья в вечном бессмертном проявлении. Все это я есть. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства. Как вы знаете, видовка корости, Бог свидетель. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в честь нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других» мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в честь нашей победы над грехом, болезнью и смертью, так мы из усердия к вам вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в час нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус». Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в честь нашей победы над грехом, болезнью и смертью, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матери Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих, ныне и в часть нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Я есть то, что я есть. Я есть открытая дверь, которую никто не может закрыть. Я есть свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир. Я есть путь. Я есть истина. Я есть жизнь. Я есть воскресение. Я есть вознесение в свет. Я есть в исполнении всех моих нужд, потребностей, часа. Я есть в изобилии, всему сущему. Я есть совершенное зрение и слух. Я есть явленное совершенство бытия. Я есть беспредельный свет Бога, проявленный повсюду. Я есть свет святая святых. Я есть Сын Божий. Я есть свет на священной вершине Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, будет ныне и вовеки. Жизнь бесконечная, я есть, я есть, я есть. Во имя Отца, Сына Святого Духа, во имя Космической Девы. Аминь. В непорочное сердце Марии и я верую. В непорочное сердце Марии и я верую в непорочное сердце Марии я верую.